Тайский квартал. Загадочное место, где можно обнаружить любую редкость, которая только бывает на свете. Добро пожаловать в мой зоомагазин. Сегодня вы обязательно найдете то, о чем мечтали. Эй! Чем могу помочь вам? У нас есть обоснованные подозрения, что в этом зоомагазине продаются животные, запрещенные Вашингтонской конвенцией. Вы же понимаете, что я сейчас должен сделать? Вы, наверное, ошиблись. Вряд ли здесь есть хоть что-то из того, что вас интересует. Я еще вернусь. Ты от меня никуда не денешься. Я до тебя еще доберусь! У меня была дочка. Прекрасная, как ангел. Алиса. Что ж, пожалуй, у меня есть то, что вам может помочь. Алиса, что ты тут делаешь? Вы ошибаетесь, потому что это кролик. Кролик? Вы обязуетесь кормить ее только свежими овощами и поить только водой. Ни при каких условиях не давайте ей ничего, кроме воды и овощей. Почему вы нарушили контракт и накормили ее тем, что ей не полагалось? Потому что ей этого хотелось. Она плакала, умоляла дать ей сладкого. Я дала ей одно, всего лишь одно крошечное печенье. И наша девочка просто засветилась от счастья. Да, меня не перестает поражать, насколько родители способны любить своих детей. Я не хотела, чтобы она ненавидела меня. Я так любила ее, мою Алису. Добро пожаловать. Должно быть, вы мистер Ясон Грей. Да. Мы наконец-то получили животное, которое заказывала мисс Евангелина Блю. Но в связи с ее внезапной смертью несколько дней назад мы не очень понимаем, что с ним теперь делать. Надеюсь, вы поможете. Присмотритесь внимательнее. Это русалка. Так что, она вас устраивает? Да, конечно. Я забираю ее. Никогда не давайте ей голодать. Вам понятно? Существо, которое вы у меня просили. Вот ваш Кирин, царь всех зверей. Нет нужды торопиться. Повторное избрание в палату представителей для вас лишь начало пути. У Кирина есть сила реализовать ваши замыслы. До скорой встречи. Так кого же из вас двоих выберет Кирин? Ты, Кирин,
Каково твое желание? Мое желание, чтобы Роджер стал президентом. Сделано! Добрый день, граф. Добро пожаловать, ваше императорское высочество, кронпринц. Хватит, Ди, не произноси больше этого имени. Простите, я не хотел вас обидеть. На днях мы получили нечто очень необычное. Не хотите ли взглянуть? Это ящерица. Очень редкий вид, действительно ценная находка. Но, ваше высочество, эту повязку я не сниму ни под каким видом. Не нужно меня так пугать, Ди. Мне нужно увидеть ее лицо. Пожалуйста, прошу тебя. Я не сниму ее и от вас ожидаю того же. Посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты взглянула на меня. Ничего, ничего. Все в порядке. Не бойся. Еще раз аплодисменты! Замечательный команде!